Бумага, давай разыграйте, что вы нормально? Рин, все вообще отличная тема, Рин, ты чего? Зовет вместо меня постоянно. Я вчера посчитал, минус 10 человек вот просто на раз-два. Минус 10 сейчас. Те, которые вообще не давай, заходи. Ну просто надо почитать, что мы не начинали. Первый клуб мы здесь начинали с ничьей, вот здесь. Позапрошлом году. Мы с ним. Мы с ним в 2008 году. Мы в 2004 году мой первый кубок в Италии выиграли. Чем он отличается? Это 20 лет назад. Бля, я все жду, когда доедут корабли на Кокорине. Я все еще возьму. Они приедут. Корин какой, тот самый, с Кипра? С Кипра, летит все еще. Второй год они въедут. Да они сейчас не приедут. Под хоккейный город, под чемпионство подъедут. Нет, блядь, беда в том, что даже на проезд было скинуто. Первый, первый. Аккуратно. Да, но я еще потом с вами посижу игру. Полежу, точнее. Не-не-не, в теньке. А вот там или вот там я себе в углу уже посмотрела. Не выбрал, да? Не выбрал, да. Решаю пока. Одни забили, другие забили. Тут нет победителей. Все проиграли. Мы держали. Может, это хорош, что пропускал последние 10 мячей. 10. Сигналу. Какой счет? Какой счет? 11-10. Наполи. Да, функционер добавил интриги. Теперь нет, да? Вы победили, ты можешь говорить. Но я пошел на особенный риск, дай ему трогает, блядь. Она и так еле стоит, вот не видно. Аккуратнее с вышкой, там Вера нервничает. Спасибо.
прими, 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 прими. Я же себе центр открыл. Они там 8 минут играли, а больше. Лени, когда ты выйдешь? У нас сегодня играли на такой игрок. Я жду. Как ты сказал, Лени, в твоем месте. Плевать. Минутка 7. Лень, можешь на замену бежать? Все, я все увидел. Блять! Я же говорю, на замену бежать. Сейчас философия пошла, ты вообще просто. Да, по сигналу. Отходим, пожалуйста, отходим немножко. Еще назад, 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 ага. День Рабоны попал. В больницу только мог попасть. Фамилия на спине. Смотри место нарушения. Я не меняю. Телеги же 1-0? Нет, я бы там уже орал. Леонид, то есть ты недоволен, да, то, что у нас появился здесь? Хорош. Нет, до этого так же. Капитан появился у нас. Деньги у нас. 10-е. Вот ты сказал, что... Стояли, все. Давай, давай, поверни.
10 человек, это очень много. Сегодня ты привез 11. Даже если бы не было игры, было бы 10. Только вчера была вторая неделя, а сегодня первая. Здорово. Мы делим на вторую первую. Тогда почему ты не привезал вчера? Да ничего, блядь. Это потому что он вчера не рисовал. Вопросов нет, что ты его подписал, но ты сейчас сам ты сам себя подписал. Из-за того, что ты объявил состав, потом Мин поставил плюс. Ты уже не стал договориться. Если честно, я не знаю, как он... Но потом добавил Игоря. Хорошо, я за Игорем... Он уже просто не понимал ничего. Нет, я за Игорем бегал 3 года. 3 года назад я ему первый раз написал сообщение. Никто не говорит, что Игорь — это плохой трансфер. Хорошо, но ты себе противоречишь. Ты говоришь, после того, что ты написал состав, ты никого не можешь добавить. Я так не сказал. Я так не сказал. Я не сказал. Они 3 забили, сделали, сравняли, и ты пытаешься зайти, и уже пропустили. Через минуту. Два причем, блядь. Не один, не договаривайте. Чушок какой-то вышел. Питя, не наговаривайте. Один, второй, потом сразу. Потом вы сравняли счет. Да. Сравняли дубль. Нет, вы сравняли счет, потом вышли отдельно. А потом вы опять пройти Вантуль. Я запоминаю всех, кого вместо меня вызывают. Я могу ответить на любой вопрос. Да, так отвечаешь, что потом сам себе противоречит. Давайте по порядку, хорошо. У кого есть вопрос? Че ты ебался? Я тебе, кстати, уже вопрос задал. Я сказал, что вчера нам игроков хватало. Нам на тот матч вообще больше. Хорош! Вчера нам никто не нужен был вообще. 13. Если бы был принимай тащить телефон. Дима, смотри, сбегай! Еще разочек. Про вчерашний. Упали! Давай, потому что уже объявился. Лёнь, а если бы мне тебе писал, что Лёнь, много игроков. Лёнь, Лёнь, любимый мой. Лёнь, ты мины меняешь только ты. Вы время на поле свой час не меняешь. Если бы другие меняли, то должен быть, что я поменялся. Да. Ты там 40 минут, он 20. Даня, Лёнь, да? Далее. Просто если бы другие тебя, ты просто пишешь, что больше мы подольше бы играли. Потом вчера ты всех менял, меня бьете по 2-3 раза, но да, вот почему-то вчера не менял, бери плюс 7. Я дал и не менял. Мне что-то непонятно. Ну, менял плюс 7. При такой игре, блядь, сегодня не скоро, что не надо было менять, но вчера мы приведем плюс 5. Вы сегодня меняли, кстати. Да. Когда всех заменил. А сегодня ты его зачем-то поменял. Красный аут. Знаете, он хуёв начал на поле. Вот, это непонятно. По второй лиге, в которой... Нету второй и первой лиги. На первой, да, играем с очень слабой командой, но объективно. Объективно, очень слабой командой. Его не меняешь, тогда его на поле пришлёте, там 5 минут. Сегодня, когда мы только сравним счёт, ты его меняешь. Парни, Лёнь, спасибо тебе большое. Хороший вопрос вообще. Я уважаю. Лево широко! Давай, впереди! Хороший! Давай! Если бы результат не был бы достигнут, да, хорошо. Я бы принял к себе как это, как критика. Что со стороны его сегодня? Почему ты дал поменялся? Сегодня? Парни, я никого, я...
Рому, всех, вообще всех люблю. Всех уже. Я говорю, что сегодня был один из лучших футболов. Вот, еще. Лучше было Серега. Какую передачку? Вова вам сегодня показал, что надо забивать. По сигналу, парни. 10 забил, что ли, блядь? Ты говоришь, Макс, я не знаю. Он один забил. Он троллит, блядь, молодежь. Да, ладно. Мы сидели. Двери в Солянку всегда открыты. Я вам не буду ничего высказывать. Хоть бы постыдился, а? Руки, руки, руки. Позови меня в Солянку. Он не взял меня в Солянку. А, да? Как я когда-то устал. Пожалуйста, назад. Лёнич, мы сидели здесь, я сидел с пивом, вот так вот, 0-4 мы проиграли. В прошлом году, когда пенальти назначили. Примерно каждую вторую игру 0-4. Максим, я помню, и пенальти назначили, я вышел, пенальти забил. Помнишь? Право, право! Мы же потом выиграли игру. Пошел тогда вообще. А это потому, что Максим Юрьевич правильно замены делает. Я по итогу так и не понял, ты что Эмин-то вчера не забыл? Просто, Мак, ты меня спросил вопрос, я тебе ответил. Спросил, да, у тебя? Один за шавуха, я не забыл. Что? Нет, не лень туда еще идти. Что ты сбиваешь, Мак? Отвечаю. Мак, он его просто ответил. Дом есть! Сразу начинается знать, про как он пенальти забил. 4, лёг. Эмин, очень хороший. Неважно, субботу, воскресенье. Для того, чтобы мы поиграли побольше. Потому что обзор... Сигналы будем играть, по сигналу, ребят, по сигналу. Пожалуйста, отмечайтесь. Все знают, во сколько, когда игра. Да. Даже если опроса нет, все знают, во сколько, когда игра. Никто не замыкает. Кранов привел, чем подставлять. Я там только член в конце мог поставить. Парень не потерял все время. А тебе? Нет, он типа. Ну, Женя, сразу. Знаешь, что просто морально. Я победил. Кич! Один! Нету! Потому что я 3 года, повторяюсь, 3 года добивался достижения. Хорошо, а Володя? Аут, играем, аут! Где меняешь? Парни,
камни, дай его два камни. Следующий раз это желтый камень. У нас сразу. Если мы играем с нижним, чешем таблицы. Если мы играем против конкурентов. Если мы будем играть против конкурентов, там. Лево у тебя есть, лево есть! Там будет точечный подбор стал. Там не будет еле-еле. Там не будет Володи. Там не будет Володи, потому что будет играть против конкурентов. Умница! Володя будет в любом случае. Можно я. Линии, да, метр, Дань. А? Метр от линии. Чего, ли с линии? Я пасал там, тем более. Надо за линией. Соперника и от явки. Плюсики ставят. Слабый команда. Нет. Всегда. Всегда. Он всегда. Ты и Колбая, и Пашов, Петя и так далее. Все. Всегда. Просто. Через запятую. Это ваш сын, блин. Ты и Колбая. Защитника, Володя, он... А, у меня лишний есть! Он вместо тебя, Лен. Я понял, так и Мин стал вместо меня. И Мин вместо тебя? Ты не только вверх, я смею меня. Поэтому он его не позвался по позиции. Поэтому ты не меняешься с ним. Леня. Мне же нужно. Так я вас поменял, вы на говно разъелись просто. Мы разъедемся, а когда вас менять, когда вы столько, блядь, пропускаете, пиздец. Максим забили 4-1. 4-1, что, первый тайм горели? Ну, охуеть. Потом пятый. На самом деле. Проигрывали там. На второй минуте мы 0-2. Лень обратно, блядь. Я сейчас не понял, Макс. У меня 5-5 сейчас говорит, что... Надо было вас тогда менять. Иди, остался. Нас всех. Я не вас, не нас, не Гиру. Я же всех уважаю. Олег, поставь. Вова или Мин? Еще, добавь! Но это несравнимо. Я бы сказали, разные позиции. Я Семин Ильи больше как защитник, а Вова против. Вова цепной пес, нападающий. Да! Я хороший удар не пропадает. Да. Я видел его. Я умею замены делать, потому что ты ворчал сегодня. Ой, блядь, не надо было менять.
Два гола. Но я не ошибся, я это сделал из опыта вчерашнего матча. Потому что вы вчера просто сидели без заменочек, играли без заменочек. Вчера без замен, смотри меня. Я вчера в баскетбол уже играл, блин. Жалко, не халим. Я сегодня Лене не звонил, надеялся, что он попадет.
Какой-то пришел, непонятно. Шорты гавайские какие-то. Я прошел, я одену, и все будет нормально. Понакатанный. Дачник. Да. Я в них вчера плавал, сегодня в других плавал. Не всем же? Не всем же? Опять проигрывали. Как всегда. Ну, вы выцепили, да? Конечно. Когда у нас давиться ставит. Смотрим, все стали подтягивать. Вам готовим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как красиво. Ну, да, не очень приятно. Все, Егор, быстрее, Леша, один. Да. Лёш! Бля! Хорош! Маленького так сказать. Извините. Ну чё, Дим, ты сам не Нет, мы на прошлом году играли, мы там уже шумы.
и они победили «Динамо». То есть они 14 поражений играли. Когда у них Шубов в этом приезжал. Пару раз. А Даня, ты знаешь, где он сейчас, не видишь его? Вообще нет. Я, ну, типа, я так слежу за Олежкой, слежу за Передой, там, и за городскими специалистами. Где-то, наверное, да? Подожди, он же его контролирует перед собой. Начинаешь тянуть его. Потянул, потом сыграл. Мяч. Вроде как и есть. Значит, на игру Грума бил. Еще. Ага. Заканчивается? Не, мне должны принести. Ага. Тихань, да в целом неплохо. Ну, смотри, еще где-то. Да, сейчас не едет. Да, Игорь, у тебя нас уже нет? Надеюсь, на этом не остановишь. А тебе? А есть тебе? Он стоит на месте. Блядь! Так, Даня, забил. Бронза, да. Как забил фамилия? Бронза. Бронза? А, ну я покажу тебе, но не могу. Ага. Он не испытан, но чисто. Он же мяч сделал. Вторая в ногу и пять. Дай. В любом случае попадаешь в ногу. Прима мяч. Ну, обычно не нужно кому-то командам разминаться. Ага. О, кстати, мы же с вами играем. Во вполне. Я внимательно. Вау, дай мне еще второй круг скачался. Прием быстро идет. Здесь стоит. Лёха, да! Первый! Ещё один! Здесь что-то не там. Хорош, хорош, хорош! Ещё! Левая рука! Нормально, готовы? Вообще нет. У вас выбора нет. Не, а он просто еще лишний. Назад. Ну так вот, поначалу точно. Потом они обливают и становятся больше. А там дальше. Ну, это он же. Он более скользкий еще сам. Тихо! Вы знали, как он супруг приехал? 8 утра у меня голова, да, чуть да. Месяц ждал, готовился и так долина была. Да, да, мы загорали. На даче. Дача, да? Грязь. На травке, да? В огороде. Турки забыл. Лево. Я здесь, знаешь. Да. Головой, да? Рассказать.
у меня есть, я хочу с шипами. Давай, давай, выйди оттуда. С шипами. Хотел пони за тебе дать, прости. Давайте. Вот, вот. Все здесь, все здесь. Право не оставляю. Единственный судья, который за 5 лет, например, нету таких судей.
Мерси, благодарю тебя, спасибо, что ты есть. Хорош, Сер. Верил за тобой. Один зеленый, один справа. Вот справа, не забывай, центр. Ширину уходи. У тебя есть пурга? Лёха, Лера. Чё? А ты сейчас, когда с вышки... Слежу, заберу. Можешь дать пауэрбанк? И мой, кстати говоря, мне кажется, я, он две игры только, но это вторая вот заряжается, ему бы еще постоять. Не, он нормально у меня заряжается, но пауэрбанк заряжается? Да. Я поставила его после второй игры. Его можно, если он без этого, нет, он не нужен, мне хватит. Да пусть все постоит, я дам свой Тане, пока я здесь. Аренда 100 рублей в час. Вера меркантильная, ужас. Жизнь такая, не я, понимаете? Это мы, кстати, научил путем проб. Там школа открыта? Ну, была, да. Да. Лёха, попробуй, не бери. Дима там есть. Лёша, один. Обычный прием, что не вообще нет. Бля. Аккуратно, аккуратно.
Правый, Люк, правый, Люк. Три пять. Восемь с половиной. Три пять. Пять три. Ну, у них 3.5, он же спросил. Все, все, мужики, давай, давай, аккуратнее. Сигнал, отходим, отходим. Идем от мяча, идем. 21-й. Лево, центр! Лево, лево, лево!
Серый, куда ты пошел? Серый! Попал на стене, кому его дать? Где она ждет? А, вон. Я два свистка дал, парни, показываю, угловой. Три минуты. Гриш, три минуты, ребят, Арти, Игорь, три минуты. И поехали домой. Почему он не проходит состав? Я в ахуе с того, что 60 голов пустые ворота в своем виде. Мог, молодец. Да, 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 да,
Какая минута?